Первый этап – это накопление данных. Мы собираем все данные, которые только могут быть по этому вопросу. Следующее – это систематизация и критический анализ данных. То есть все, что мы набрали, собираем мы сначала все, что есть, а дальше мы их начинаем, во-первых, систематизировать, во-вторых, критиковать. Данные в данном случае у нас делятся на две категории. Первое – это первичные источники. И, соответственно, вторичные источники. Первичные источники – это данные непосредственно от очевидцев. Вторичные источники – то, что уже пересказывается, то, что там один ссылается на другого. Допустим, помните, мы говорили о вторичном источнике, апологии Юстина, в которой он говорит, что в отчетах Пилата ты можешь посмотреть, что это было, убедиться, посмотреть отчеты Пилата и убедиться, что это было на самом деле. Первичный источник, отчет Пилата даст, не дошел. Но у нас есть вторичный источник, это апология Юстина, который на него намекает. Сами по себе данные могут быть литературные, письменные документы, как вот, допустим, вот этот фрагмент греческого манускрипта. Официальные. Вот это глиняный барабан с указами царя Кира. В том числе среди этих указаний есть вполне конкретное указание, что все народы, которые, значит, находились в плену, должны идти по своим домам и строить храмы своим богам. За, по-моему, 250 лет до этого было пророчество о царе Кире, который, значит, при котором возвратится из плена Израиль и отстроит храм. Вот. И эти годы, наверное, каких только толкований на это пророчество не существовало. И что Кир внутри каждого из нас, что мы, значит, должны сами. Пока не явился мужик по имени Кир и дал команду всем по домам строить свои храмы. И знаете, что целый ряд материалов Библии как раз описывает эти события. Указ, вышедший при Кире, правда, евреи описывают, что Кир дал команду нам, евреям, идти и строить свой храм, потому что остальные, в общем-то, их не интересуют. Вот. Но так или иначе, вот таким вот официальным документом подтверждается достоверность библейских сведений. Неформальные документы. Ну, вот это вот неформальный документ, призма с описанием побед вавилонских войск. Не могу вспомнить сходу имя-то. Напомните, полководца, вот сама. Вылетело из головы. Ладно, я вспомнил. Я годы, надо записывать уже. Подписи, да. Значит, какой-то там, какой-то очередной тиглав полоса, полоса. Вот, значит, это самое. Но так или иначе, на этой призме записано все, значит, поэмы, восхваляющие его победы. Где он описывает, что я там такие-то страны завоевал, столько-то людей пилами перепилил, со столькими-то шкуру, значит, ассирийский царь. Значит, сейчас я уже потихоньку вспоминаю, программа запущена. Вот, значит, города сжег, столько-то в плен увел, там, вот, и так далее. Вот. Ладно, ну не будем сейчас останавливаться, да, Аминотеп, ладно, вспомню, скажу. Значит, и плюс там такая информация, а царя Иерусалимского я захлопнул в его доме, в его городе, как птицу в клетке. Прекрасно, прекрасная поэма, только почему-то про Иерусалим не написано, нисколько, ни что город сожжен не написано, нисколько людей убито, ни прочее. Мы помним эту историю из Библии, когда был осажден город, вот, но услышали войска шум колесниц и убежали. И сказали, вот это надо такие сказочки порассказывать. А потом мы читаем вот этот вот, значит, неформальный источник, который восхваляет победы этого царя. Царь Иезекия был в Иерусалиме. В Иерусалиме был царь Иезекия. Вот, да, да, вот сирийский царь, который с Иезекией воевал. Ну, может, в Библии найдете. Вот, и буквально царя Иезекию я закрыл в Иерусалиме, как птицу в клетке.
То есть о победе ничего не говорится. О разрушении ничего не говорится, хотя об остальных все подробно. И таким образом подтверждается, что действительно то, что описано в Библии, об этих событиях является подлинным. А, должен сказать, что есть целая проблема, правда. Какие документы считать официальным, какие неофициальным? Синахерим. Да. Главное загрузить программу. Они, видать, убежали, да, документы до этого писали, пока не убежали. Не, они убежали. Убежали. Вот, и он пишет все, что он разрушал и прочее, но поскольку Иерусалима он не разрушал, он об этом и не пишет. Ну да, я потом... Захлопнул, а этим дело и закончилось. Эти потеряли. Вот. Да об этом же не будет писать, это же подвиги. Вот, да. Как, например, в египетских хрониках трудно найти прямые указания на исход Израиля. Потому что кто же будет о своем позоре писать? Потому что есть одно определение, что история – это рассказы о жизни народа, дабы возвеличить народ над остальными. Вот такое существует тоже определение истории. Вот. Но мы занимаемся исторической наукой. К этому это нет, это из области идеологии. Хорошо, но с другой стороны, это же про царя, царь же официальное лицо. То есть уже отчасти встает вопрос, а является ли этот аргумент, этот документ официальным или неформальным. Бывает еще сложнее. До нас дошла переписка губернатора, наместника в Понте, в Вифинии точнее, в Вифинии Плиния, со своим другом, который по совместительству является императором. То есть, что это? Личная переписка или доклады, значит, наместника императора? Вот. Но вот этот самый Плиний пишет, что тут последнее время, это конец первого века, начало второго века, значит, последнее время очень много здесь стало таких вот появляться людей под названием христиане. И очень много на них доносов, что они, значит, приносят людей в жертвы, пьют кровь, там, значит, не почитают богов. В общем, негодяи страшные. Я, как положено, я же человек служивый, как положено, я подверг их пыткам, там, казням и прочее. Но что в результате я выяснил, что вообще-то это люди хорошие. Учат они жить в мире, уважать друг друга, всех любить. И вот как мне поступить, я теперь не знаю. Как поступать дальше. Ну ничего себе, губернатор такое пишет, он не знает, как поступить. Есть закон. Если он императору не поклоняется, все. Какой может быть разговор? Гвоздями к дереву. Вот. То есть, если бы он не был личным другом императора, то подобное, за любой другой губернатор за такой отчет, тот же бы лишился своего местоположения. Вот. А это вроде как не отчет, а вроде как дружеский, вот дай мне совет. На что император Троян дает ему дружеский совет. Это тоже, например, это дружеский совет или приказ императора. Где он же император, он же тоже в Риме есть представление о верховенстве закона, что даже император подчинен закону. Вот. Но ты же знаешь закон, ты же знаешь, как нужно поступать. Но если какие-то там... и что вот многие люди на них специально клевещут, чтобы потом, значит, доносчику достается имение того, кого-то казнили. Вот. Но, значит, при этом смотри, если поступают доносы там анонимные, или непроверенные, то тогда их просто не рассматривай. Вот такая переписка до нас дошла. Эта переписка нам сообщает, что, значит, действительно в это время уже в Вифинии существуют христиане. Нам сообщает о богослужении христиан, о том, что люди эти действительно находились в уважении у людей. Вот. И только были некие нечестивые люди, которые пытались воспользоваться незаконностью с точки зрения римского права. То, чем они занимались, дабы преследовать свои корыстные цели. Вот. И чем является эта переписка? Это официальная переписка или неформальная? Неизвестно. То есть мы не можем это определить. То есть в данном случае мы очень четко определить, является она формальная или неформальная, не можем. Люди вроде формальные. Далее, не литературные источники. Надписи, устные предания, фотографии, археологические остатки. Художественные изделия, памятники,
Вот барельеф с клинописной надписью под ним, на котором изображены евреи, несущие дань в Вавилон. Это не литературный сам по себе памятник, это барельеф. Хотя есть там кое-какие. Это тоже фрагмент огромного, огромной пирамиды с изображением всех народов, несущих дань в Вавилон. Вот. Но этот конкретный вот фрагмент показывает евреев, несущих дань в Вавилон. То есть евреи там думают, что это евреи. Ну, во-первых, по одеждам там все народы одеты в свои национальные одежды. Евреи одеты как евреи. Вот. Плюс тут еще и надпись есть. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.